10-11 сентября по инициативе президента Нурсултана Назарбаева впервые Астана принимает Евразийский форум развивающихся рынков. Это региональная встреча более 70 динамично растущих экономик. Глобальный форум – место встречи ведущих умов мира, где рождаются самые эффективные стратегии развития. Азия-2050, Латинская Америка-2050, Мексика-2042, Индия-2039. Диалог продолжается. Впервые в Астане мировые эксперты обсудят стратегию президента Нурсултана Назарбаева. Казахстан-2050. Евразийский форум развивающихся рынков. Казахстан-2050.